Лариса Раинская приехала лечиться в Самару из города Снежное Донецкой Народной Республики. Рассказывает, до выхода на пенсию работала медсестрой. Много времени проводила на ногах. 16 лет назад начались боли в тазобедренном суставе. Тогда в Донецке ей прооперировали ногу. Но сейчас начались боли уже в другой ноге. Стало невозможно передвигаться и вести полноценный образ жизни. Женщина попала на прием к самарскому ортопеду, который вместе с другими специалистами приехал в город Снежное для оказания медицинской помощи местному населению. Труханов Вадим Викторович, большому спасибо. Он меня хорошо выслушал, посмотрел, у меня были снимки двухгодичной давности с Донецка. И сказал, вам срочно нужно делать операцию, потому что нагрузка идет на эту оперированную ногу. Поэтому этот сустав нужно тоже спасать. Я как-то не ожидала даже, вообще не ожидала. Он мне дал проходить все анализы всех врачей и говорит, а вы, Лариса Владимировна, вы готовы ехать на операцию? А я без раздумий говорю, да, конечно, готова. Через месяц после этого приема Ларису прооперировали в Самаре. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Впереди период восстановления. Вместе с Ларисой на операцию в Самарский регион прибыли еще 8 жителей Снежного. По словам заведующего травматолога-ортопедическим отделением номер 2 клиник Самарского государственного медицинского университета Дмитрия Кудашева, лечение проводится за счет выделенных на федеральном уровне квот. У всех пациентов деформация очень тяжелая. Это артрозы 4-й стадии, сопровождающиеся либо формированием костных дефектов, либо выраженных контрактур. Поэтому в ходе операции приходилось не только имплантировать стандартные эндопротезы, но и проводить какие-то сопутствующие этапы. Это костная аутопластика, это различный остеосинтез, это установка различных антипротрузионных систем. Через неделю все пациенты из города Снежное будут переведены в отделение реабилитации, где на протяжении 2 недель их ждет физиотерапия, лечебная гимнастика, другие процедуры. После полного восстановления они смогут отправиться домой. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.